Этот город. Прямо как из сна. Дела здесь вроде не очень. Я знаю, что нужно парням. То место. Надо найти человека в белом. Слыхала, Белоснежка? Да иди ты со своей Белоснежкой. Все время чушь несешь, когда мы играем. О чем ты говоришь? Белоснежка сбежала из лагеря Васа. А теперь он убивает всех мачете. О, хуже тебя никто не рассказывал. Убил всю интригу. Если это правда, придется Хойту вписаться. Хой бы в два счета справился с ним, будь уверен. Наверное, зарубил бы его собственное мачете. Он такой уже сделал с хозяином шахты. Хойт художник. Его он убьет поизящнее. Я прав? Как говоришь, он выглядит? Ва-банк. Хорошая игра. Это же парень из видения. Он отведет меня к Киту и Оливеру. Вот он-то мне и нужен. Точно. Нельзя, чтобы он меня увидел. Цитра усилила свои атаки. Так? Дела крови. Хойт предложил Васу деньги, власть. Я поступил бы так же. Эх, да пошло оно! Не беги впереди провоза. Давай решать проблемы по мере их поступления. Кроме того, возможно... Нельзя отставать. Сезон еще не закончился. И что будешь делать? Дай мне подумать. Займемся делом. Слушай, делай, что хочешь. Лично я не хочу ходить ружьем. Нарыл что-нибудь про клиента. Я буду счастлив, если просто смогу пережить этот год. Вот тебе и средняя школа. Держи деньги. Тащи его внутрь или избавься от него. Эй, такая красота. Кра-кра. Тебе интересно? Я занят ночью. Мы тоже, милые. Меня еще раз, и я убью тебя нахрен. Что? Старею.